Уважаемые дамы и господа, всем добрый день. Меня зовут Оксана, я преподаватель университета. У меня нет базового образования по живописи, но я очень люблю рисовать. Я посетила несколько классов по технике пастели, и я пишу картины. Хочу представить сегодня вам свою работу. Она называется «Обереговые крылья» (Saving Wings). И эта картина писалась в потоке. Эта картина – это зов души. Вот так немножко ближе ракурс. На картине вы видите лицо девушки и птицу. Она своими крыльями защищает от невзгод и сложных жизненных ситуаций. Я пыталась показать этой картиной, что человек не один во Вселенной. Если его настигают какие-то беды или несчастья, Вселенная о нем заботится и оберегает. Эта картина имеет мистический смысл, и она как зеркало души. Каждый будет видеть его по-своему. Кто-то здесь обнаружит одну пару крыльев, кто-то две, хотя их больше на самом деле. В данный момент я осваиваю масляную технику живописи и думаю, что в дальнейшем я вас порадую еще своими работами. Хорошего дня!